Всем привет! Вы на канале Верьемин, и меня зовут Тоня. У нас у женщин есть такая проблемная зона – это ляжки. И если вы давно хотите похудеть в ляжках, но все никак не собирались, сейчас самое время. Делайте вместе со мной. А перед началом, конечно же, не забудьте подписаться на наш классный канал, поставить колокольчик, и мы начинаем! А если вы не хотите наесть бока во время карантина, воспользуйтесь этим временем, чтобы наконец-то похудеть, увеличить свои ягодицы и уменьшить талию. Именно поэтому на моем сайте теперь появилась та самая программа похудения из крупнейшего моего марафона. Специальная цена на время карантина всего лишь 599 рублей, поэтому переходите по ссылочке в описании и сделайте фигуру своей мечты. И первое упражнение для похудения в ногах – это махи ногой стоя. Как это выглядит? Мы встаем прямо, спину по возможности стараемся держать ровно, руки перед собой. На выдохе делаем мах в бок одной ногой, затем другой ногой. Делаем так 30 секунд. Выглядит немного смешно, зато очень классное упражнение. Закончили. Чувствуете уже напряжение, да? Следующее упражнение – это махи ногой в положении боком. Для этого я опускаюсь на пол, опираюсь на кисть и на колено. Правую ногу вытягиваю. На выдохе поднимаю правую ногу вверх и вниз. Двигаю ей вверх-вниз. Никогда не опускаю ногу на пол, чтобы сохранить напряжение. Делаем так 30 секунд. Давайте, делайте вместе со мной. Я знаю, что вы уже очень хорошо чувствуете свои мышцы. Завершили упражнение, теперь мы должны сделать то же самое, только на другую ногу. Также принимаем упор, вытягиваем на этот раз левую ногу, рука под плечом и поехали. Не опускайте ногу на пол, это сложно, но я знаю, что вы сможете. Давайте, девочки, красивые ножки сами себя не сделают. Не забывайте правильно дышать. Выдох на усилие, вдох на расслабление. Так, еще немножко. Чувствуете, как тяжело? А, завершили. Отлично. Вы должны чувствовать просто адское жжение. Ребята, сейчас идет карантин, и напишите мне, пожалуйста, в комментариях, чем вы занимаетесь, что бы такого интересного поделать, потому что я уже переделала все и просто не знаю, чем заняться. Поэтому, пожалуйста, напишите свои версии в комментариях, чем можно заняться дома на карантине. Следующее упражнение – это плие с пружинкой. Как это выглядит? Мы становимся прямо, спина прямая, ноги шире плеч и носки врозь. На выдохе опускаемся вниз, примерно до параллели с полом, кто сколько может. Делаем пружинку 3 раза. 1, 2, 3. И плавно поднимаемся вверх. Еще раз. Опускаемся. 1, 2, 3. И поднимаемся. 30 секунд. Выдыхаем, когда поднимаемся вверх.
завершили это упражнение. Вы огромные умнички! Следующее упражнение вы наверняка хорошо знаете. Это боковые выпады. Что мы делаем? Мы также встаем ровно, ноги шире плеч, носки врозь. На выдохе опускаемся сначала в одну сторону, нога прямая, стопа полностью стоит на полу, колено не выходит за носок. Возвращаемся в исходное положение и опускаемся уже в другую сторону, все то же самое. 30 секунд. Выдох на усилие, не забывайте, пожалуйста, правильно дышать. Некоторые вообще задерживают дыхание во время выполнения упражнений, и это неправильно. Завершили упражнение. Ну и последнее упражнение – это приседание с подъемом на носочки. Просто суперское упражнение для ваших ножек. Итак, мы, как всегда, встаем прямо, спина прямая, ноги чуть-чуть шире плеч, не так широко, как мы делали до этого. На выдохе опускаемся вниз и поднимаемся на носочки в нижней точке. Затем возвращаемся в исходное положение. Еще раз вниз, носочки, исходное. Вот такое упражнение, обязательно попробуйте, делайте со мной 30 секунд. Не торопитесь, девочки, делайте все аккуратно, медленно и плавно. И, конечно же, только после хорошей разминки. Завершили! Мы с вами закончили первый круг этой тренировки. Сделайте еще 2 или 3 таких круга, и ваши ножки будут просто обалденные, очень красивые к лету. Сейчас карантин, и не забывайте, что вы можете больше времени уделить для себя любимой. Не забывайте правильно питаться с дефицитом калорий, чтобы похудеть. Огромное спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал, и мы увидимся с вами в следующих роликах. Пока!